Привет. Привет. Как дела? Да, хорошо. Ты кто вообще? В каком это смысле? По жизни. А? Я актер. И как, на жизнь хватает? Ну да. Извините, пожалуйста, а можно будет с вами сфотографироваться? Еще разочек. Слушай, этот вопрос решен. И что, раз он решен, мы не можем поговорить о том, что меня волнует и беспокоит? Вам оставили сообщение на ресепшн. Алло? Алло, Алис? Я сомневалась, стоит ли нам общаться. Зря, я очень рад. Я еще плохо говорю по-французски. Прямо как тогда, ну ты даешь. А ты как? Не все идеально, но в целом неплохо. И чем ты конкретно недоволен? Видишь, проплешина нарисовалась. Но если мыслить в глобальном смысле, это все мелочи, конечно. Твой муж знает о нашем прошлом? Он знает, что до него я была с тем, кто меня бросил. Поиграл, выбросил, ушел. Ты правда хочешь все закончить? Не знаю. Покажи. Как ты извинишься?